немножко порассуждал, также порассуждал, вот, извините, если какое-то что-то не так сказал, вот, ну, как-то так, вот, ну, про машины больше, кто-то говорит, рассказывай больше о себе, о спорте, там, еще что-то, а что рассказывать, ребят, ну, играю, стараюсь, работаю, тренируюсь, вот, я говорю, сегодня проиграли, ну, по разным причинам, там, может быть, и я где-то не доработал, что-то не так сделал, но что, бывает. Что тут рассказывать? В спорте у нас тоже тут такие дела, что баскетбол, если взять, например, то это не самый такой вид спорта, которому у нас уделяется огромное внимание, так же, как футбол, например, тому же. Футбол, да, там реально, ну, там те же российские игроки, в принципе, имеют хорошие заработки, как вот. В баскетболе не так. Мы не имеем столько заработка. Возможно, 2-3 человека есть, кто там играет. В ЦСКА, к примеру, да, там в самом лучшем баскетбольном клубе России. Ну, вот, возможно, там получают нормальные такие большие деньги. Остальные не так, не в сравнении с теми же футболистами или с хоккеистами, образно говоря, не такие же большие деньги, поверьте мне. Просто. Вот, у нас немножко другая ситуация. Как-то так. Ну, я не хочу обсуждать других, вот, заслуживают, не заслуживают другие виды спорта такие зарплаты, как бы, это уже другое совсем. Просто говорю, что в баскетболе такого нету. Как-то так. Блин, снимаю уже скорость у меня, ну, 110-120 еду, так вот. Ну, трасса свободная, по правой полосе еду. Стараюсь ездить по правилам, то есть, потому что и стараюсь, ну, и хочется, чтобы все люди ездили по правилам, то есть, при левом, если при правом свободном, нужно перестроиться в правый, левый освободить, как, а не тошнить, как в левом, бывает, там едет принципиально, блин. Особенно, почему вот бывает, блин, на крузаках, часто кают, там, вот, на крузаках, типа, часто там, да, ну, бывают такие люди, реально, которые вот купят, там, даже сотку, образно говоря, там, на последний купили сотку, там, Land Cruiser сотку, бывало частенько такое, видишь, и он едет у тебя в левом ряду, там, например, здесь разрешенная, ну, вот, вот поеду по трассе, тут разрешенная 110, да, он едет там километров, ну, 90, там, да, хорошо, 80-90, в левом ряду, все его обгоняют, как бы, а он такой король, типа, дороги, купил машину, крузака, поддержанного, там, 20-летнего, ну, образно говорю, я прикалываюсь, конечно, и вот он едет на левой полосе, не пропущу никого, пустая трасса, он влево едет, все, жизнь удалась, но это, на самом деле, это, я считаю, быдло. Вот и все. Достойный человек, который там заработал, неважно, там поддержанная, там сотка, не сотка, крузак, не крузак, он будет придерживаться правил дорожного движения. То есть, зачем это делать? Ну вот, просто единственный вопрос, зачем это делать? Не понимаю. Как-то так. Но это мое мнение. Вот просто бывает, вот реально смотришь, он там наслаждается, купил последние деньги, вот, я такой крутой, вот, обгоняйте меня справа, то есть вы мне ничего не сделаете, я же вообще на крузаке, ну, вот есть такое, и поэтому, а так, в принципе, ну, в целом, как бы, я тоже часто замечаю, что много, да, таких людей, в принципе, на крузаках, на двухсотках в основном. Бывает такое, в наглую еду, там, как бы, без поворотника, там, езжают. Но сейчас как-то, если честно, я даже вот в Москве, вот почему-то вот, вот бывает в провинцию выезжаю, бывает там вот я, блин, я бывает опешиваю так от всего. Люди как-то вот так менее культурно ездят. Ну, не знаю, это, может быть, мне так попадалось. Но как-то стараются не пропустить тебя, еще что-то. В Москве как-то все равно, да, там, аварийка, там, поблагодарят, если пропустил ты, там, ты поблагодаришь там аварийка, если пропустил там кого-то. Ой, и тебя пропустили, вернее. Как-то, не знаю, как-то мне в Москве вот легче ездить, серьезно, чем вот в провинции бывает. Я на юг езжу, как бы, вот, к родным. И там бывает, что вообще стараются не пропустить тебя. Какая бы у тебя машина ни была, там, ну, образно говоря, там, да, если такое поверить, типа, чем у тебя круче машина, тем тебя будут больше пропускать. Да нет, ну, не знаю, я как бы не к такому, я вот, не знаю, с возрастом мне пришло, что мне без разницы, я как бы стараюсь сейчас
по правилам. И бывает, конечно, бывает, всякое бывает. Я никогда не скажу, что я там не без греха. Что, вернее, не скажу, что я без греха. Бывает, что я тоже нарушаю иногда, как бы. Бывает. Ну, не, такого не бывает, чтобы не идеально все. Но, конечно, там бывает всякое. То есть, ну, стараюсь меньше, меньше. С каждым годом все меньше и меньше нарушать или что-то. Меньше торопиться куда-то в плане там, больше пропускать, потом там пешеходов, машина, но как-то все равно как-то так. Потому что понимаю, что многие нервные. Ну вот жизнь у нас такая, много нервных людей, как бы там, которые там работают, тяжело, все там, и он там едет уставший на машине, там он ему там не пропустить. Ну ничего, как бывает такое, я спокойно отношусь к таким людям, как бывает. В общем, всем мира добра, как говорится. Я уже почти подъехал, приехал как бы. Всем мира, добра, здоровья, счастья, всего хорошего, в общем, всего наилучшего вам. Извините, если кого-то пригрузил своим видео таким длинным, 39 минут, офигеть. Вот. Да, кстати, света хорошего, вот я сейчас дальний включу. Вообще прекрасно, вообще идеально. Идеально вообще, радует свет. Вот. В общем, всем благ, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи. Всем удачи, любви и терпения. В общем, всем пока-пока. Пока-пока.